очень рады приветствовать вас на центральной площади нашей республики. И поздравляем с праздником вас, друзья! Как настроение, земляки? Как-то пока еще не очень, наверное, самое, настроение. Самое клевое кричат справа, а слева... А слева как настроение? А давайте вот сейчас... А вот давайте мы сейчас проверим... температуру воздуха, да? Вот эта температура настроения должна быть намного выше, потому что сегодня в Донецкой Народной Республике замечательный праздник. Итак, мы проверяем ваше настроение. Я слева, Алексей справа. Ну, а правые и левые части нашей площади контролируют середину. Мы передаем вам всем привет и хотим услышать привет от вас. Поехали, правая сторона! Левая сторона! Привет вам всем! Ну и, конечно же, середина, основа! Привет, Донецкая Народная Республика! Как-то слабенькое пока настроение, но ничего, дорогие друзья. Ничего. Совсем скоро выступление лучших творческих коллективов нашей республики. Несомненно, градус вашего настроения поднимут, вы уж не сомневайтесь. А давайте вот пока репетируют там коллективы, мы порепетируем, как мы будем их встречать. Как встречает Донецк лучших артистов республики? Как? Исторический день. Сегодня 9 апреля, 7 апреля. Два года назад мы стали еще роднее, еще ближе друг к другу. Именно в эти дни Донбасс заявил о себе во весь голос. Сегодня на этой сцене будут выступать люди, легендарные люди, которые стояли у истоков зарождения Донецкой Народной Республики, в том числе председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, тогда еще председатель Временного правительства Денис Владимирович Пушилин. И, конечно, с каждого из нас, дорогие друзья, начинается наша любимая Родина. С чего начинается Родина для вас и вместе с вами? Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Вместе поем. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней забивки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и клятвы, которую в юности ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? С Донецкой Народной.
свободными, ну вот как в этой песне, которую только что вы слышали. И, к сожалению, очень многие моменты из этой песни действительно соприкасаются с теми событиями, достаточно очень страшными, которые происходили с нашей республикой. И мы прекрасно помним, и мы прекрасно понимаем, ради чего мы с вами восстали. Мы хотим нормальной жизни, мы хотим свободной жизни, мы хотим чтить память наших предков, наших дедов, которые уже изгоняли фашистскую нечисть с нашей земли. Мы хотим, чтобы нашими поступками и нашей республикой гордились наши дети, наши внуки. А в связи с этим нам нужно трудиться. Ежедневно всем и ни в коем случае нельзя возлагать вину на кого-то. Мы каждый в ответе за будущее нашей республики. Да, действительно, мы с вами есть. И мы с вами будем. Донецкая Народная Республика! Ура!